Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! И с вами Айка Эмили, которая собирается к Аск Фатиме на очередную обжираловку. Я нарядилась, одела вот этот вот костюмчик, который мне безумно нравится. Я его немножко дома приподнимаю, чтобы бабушка не видела, а потом приспускаю. Вот так вот, ребята, я сейчас иду к Фате, будем снимать для вас классные видео, придумали новые форматы, надеюсь, что все успеем, потому что я не могу надолго оставлять бабушку одну, потому что ей скучно, мне надо быстренько сгонять к Фате, снять материал, а потом вернуться назад. Я, значит, еду, здесь невероятно прохладно и очень мало людей, опаздываю, как всегда, Фатя, наверное, злая. Ну все, я уже на месте, поднимаюсь на этаж. В автобусе произошло такое, сейчас доеду и расскажу вам, ужас просто, что произошло в автобусе, поэтому я немножко опоздала, расскажу вам. Я сегодня вот в этом платье, ой, костюмчики, юбки и кофточки, настолько мне нравится, как это смотрится элегантно. Я уже дома с такой вот прической, эту прическу мне сделал Витя. В общем, слушайте. Мужчина пришел проверять, люди в масках или нет, и там сидела девушка с подругой без маски. И он на весь автобус кричит, что либо одевайте маску, либо валите с автобуса. Вот. И девушка никакую реакцию не дает, он продолжает кричать на нее, что вот все эти заболевания, коронавирус и так далее, все из-за неответственных таких людей, как вы. Девушка, значит, это все слушает, но не спускается с автобуса. Он продолжает орать, вместо того, чтобы просто подойти к ней и сказать: девушка, если вы не одеваете маску, давайте прочь из автобуса. Он не делает так, он просто как блефует, а просто орет себе, что эти заболевания вот так вот и так далее. И, значит, минут пять мы так стоим. Потом девушка спустилась с автобуса, и парень заступился за нее, начал прям вовсю кричать, чуть ли не до кулаков дошло дело. Я хотела поснимать, но потом я подумала, что если я начну снимать, то и забьют, возможно, меня, поэтому не стоит. Вот. И парень, не очень понравилось, как парень отреагировал на это, то есть он не замахнул рукой и сказал: пофиг. Он как бы заступился и начал говорить этому мужчине, что если бы с вашей дочерью либо с вашей женой бы так поступили, вам бы понравилось, просто культурно подойдите к девушке и скажите: если вы не одеваете маску, то, пожалуйста, покиньте автобус в культурной форме. Зачем вы кричите на весь автобус, что вот из-за вас, из-за таких, как вы? Мне очень нравится в Азербайджане именно уважение к женскому полу. Такого я реально нигде не видела, что вот настолько вот парни запариваются за девчонок, которых, например, кто-то обижает. А? Пупсик, это кто? Ну, в общем, длинная история. Я хотела поснимать, потом побоялась, что мне тоже достанется, решила не снимать. Посмотрите, какую вкуснятину для нас приготовила мама Фати. Так классно пахнет, прям супер. Вам надо открывать свой кулинарный канал, однозначно. Вы составите очень хорошую конкуренцию моей маме. Может быть, как-нибудь. Мой цветочек, мой милый ангелочек, вы видели ее? Как ей подходит? Вот сразу и не поймешь, что это просто ободочек. Такое ощущение, что действительно зайка. Этот салат меня покорил, Фатя. А еще меня покорил этот жирок. Я люблю все жирное, все вкусное. Мася, что? У меня испортилось зарядное устройство для телефона. Да? У меня есть, я тебе могу дать. Я уже не могу. Розовый стаканчик, может, мне? Я люблю все розовое. Посмотрите, какие крутые у нее стаканчики. На ее канале было видео, как она покупала необходимые атрибуты для мукбанка. Ой, этот стакан закрывает еду. Да, может быть, тогда айс-ти. Вот так вот лучше будет. Может, я поменяю его, а ты ее выступаете не взяли. Смотрите, что купила Аск Фатима. Дартс. Мы будем снимать челлендж для вас. Кто попадет в центр, просто нужно дартс установить куда-нибудь, и будет интересное видео. Фатима мне прям аж из супермаркета звонила, что нашла дартс. Может быть, будем снимать челлендж. Я говорю, конечно, да, мне кажется, будет безумно интересно и что-то новое. Идем с Пупсиком в магаз. Пупсик, мы забыли маски, нас пустят? Вроде да.
Я боюсь, что нас не пустят. А я никогда ничего не говорю. Ну, сейчас, знаешь, их штрафуют и все дела. Да, ну, если что, у двери попросим. Дайте нам это, то, третье, десятое. У нас очень много чего. Дайте нам весь магазин, и мы пойдем. Сгоняли мы уже в магаз, купили вот такое вот мороженое. Сначала будем снимать давай мороженое. Очень интересный челлендж на канале Фати, так что обязательно ждите, будет интересно, будет жарко. Дальше купили вот такие вот напитки. Это мы все для челленджа. Нужно будет угадать, какой напиток мы пьем. Здесь айран. Что еще здесь? M&M's, это для видео с мороженым. Короче, куча здесь всяких напитков, и все это мы купили ради нового челленджа. Должно получиться интересно, не знаю, зайдет, не зайдет, понравится, не понравится. Надеюсь, что будет интересно. Наверное, многие не догнали, какое видео я хочу. В общем, будет коробка. Я перемешаю эти все напитки. Здесь будут трубочки. И Фатя, например, будет пить и должна угадать, какой это напиток. К сожалению, один не поместился в коробку, поэтому один из них, скорее всего, не будет. Наверное, я уберу вот этот вот непонятный и сюда помещу капи. Вот так вот идеально по мне. Ну, конечно же, местами поменяем все. Это одно видео будет на моем канале, а другое видео будет на канале Фати. Зайчики в деле. Мы поснимали видео. Прям сегодня мы максимально продуктивны. Сейчас будем снимать пастилу. А призом будет $100. Кто быстрее сможет съесть пастилу, тот получает $100. Один из зайчиков вовсю здесь пытается установить камеру. Сейчас вам его покажу. Скажи что-нибудь свое оправдание, зайчик. Оправдание чего? Потому что долго установлено. Да. Это все ты хотела здесь снимать. Она была установлена. Вот здесь, значит, бабки, за которые мы будем тут грызть друг друга. Звезды, бабки, ставки. Здесь у нас пастила. Ее сначала нужно открыть. Прошлое мое видео, кстати, с пастилой, оно набрало 500 000. Это просто шикардосик. Ну все, мои пупсики, я уже дома, как вы видите. Сейчас пойду переодеваться. Доехала нормально, без никаких происшествий. Погода обалденная. Я специально вернулась рано, чтобы не оставлять бабушку одну дома. На самом деле боится, что кто-то придет, ее украдет. Но так или иначе, все мы, когда будем пожилыми, у нас будут какие-то, ну, такие необычные моменты. Поэтому я стараюсь во многом уступать бабушке, потыкать ее капризом, так скажем. Вот, потому что в свое время она потыкала моим капризом, когда я была маленькая. Поэтому учитывайте эти моменты и всегда уважайте старших. Сейчас я иду переодеваться. Уже смонтировала, кинула для вас видео. Буквально за 15 минут, потому что там вырезать нечего было. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня уже следующий день. Я вчера вечером ничего не снимала, просто смонтировала и легла спать. А сейчас пытаюсь встать. Я, кстати, вчера вечером этот стол вернула на исходную позицию. Вроде бы на балконе был, чтобы я там снимала мукбанки, но вы знаете, там очень шумно и качество получается не очень, поэтому я вернула сюда стол. Ну все сняла, смонтировала, выложила, но обрабатывается очень долго, это немножко раздражает. Это косяк YouTube, а не моего интернета, поэтому я ничего с этим не могу поделать. Сегодня хочу весь день посвятить уборке. Посмотрите, какой бардак у меня творится в квартире. Для начала нужно, как всегда, поменять постельное белье и заправить постель. Просто целый час застилала постель, потому что болтала с Фатей. Она отправляет войс, я отправляю войс. И получается, что вот эту кровать я заправила за полчаса, представляете? Постельное белье у меня уже давнешнее, на самом деле. Сейчас я такое постельное белье, конечно же, не купила бы, такое ляпистое. Мне больше нравятся однотонные какие-то постельные оттенки. Но, к сожалению, что есть, тем и радуемся. Пока я делала уборочку, пришли мои роллы. Это бургер-роллы с
Здесь запеченные. Здесь вот такая вот красота. Короче, все, что я люблю здесь. Вау. Будем сейчас кушать. Просто такой аромат стоит. Такой аромат. Не передать словами. Короче, сделала себе вот такой вот перчесон. У нас немножко ветер. И двери ударяются. Я вам уже говорила, мукпанки. Короче, сделала себе вот такую вот причесочку. Мне кажется, очень мило смотрится. Хоть не идеально, зато сама дома ленточка. Мне приходила посылка косметики, там была ленточка. Я подумала, почему бы не сделать такую красоту. Ещё надела кольцо. Мне, кстати, девчонки пишут, что Айка, почему ты не носишь кольцо, которое покупала как раз-таки во влоге. Я вам скажу такой момент, что, оказывается, золото подорожало. Я хотела купить себе еще новые сережки, увидела цены, просто в шоке, закрыла, забыла. Вот, но кольцо почему я не ношу? Потому что оно неудобное, оно везде прям цепляется. Вот, поэтому я как-то на выход. А каждый раз, когда куда-то иду, я забываю его одеть. И получается так, что оно у меня просто лежит. Вот такой вот большой. Смотрите, что я нашла. Такой большой ring light с такой вот подставкой и вот такой вот. Вот это вообще бомба. Смотри, вот такой вот штатив. Дает и желтый, и белый свет. Вот. Но места для камеры нету, чтобы камеру сюда поставить. Здесь такой, такая вот ножка. Вот здесь нету места для камеры, такой момент. Здесь есть вот такие вот выемки, но мне кажется, это для телефона. Ножка вот такая вот. Не прям вот, знаете, сильная такая ножка. Вы просили резко не обрывать влог, поэтому этот влог мы обрываем потихонечку. Как вы видели, я нашла идеальную лампу. Она стоит недорого, всего 150 манат. Вот. Но проблема в том, что она не так уж хорошо светит. Я уже договорилась, что если я возьму две, вы нам сделаете скидочку. Как вы думаете, вторую кому? Конечно же, подружайки. Мы же все покупаем одинаковое. Вот. Но я не знаю, останемся ли мы довольными, потому что очень слабый свет. Но, в принципе, мне особо, знаете, сильный такой и не нужен, как из прожектора. Ну, будем думать. На этом все, ребята. Если вам понравился этот влог, обязательно ставьте лайки. Послезавтра мы с Патей идем на шопинг и прям собрались вот с носочков, начиная, заканчивая шапошкой, одеться. Вот, поэтому я думаю, что будет интересно. Обязательно следите за моими влогами. Я вас всех очень сильно люблю. Также сегодня обязательно будет мукбанг с тушеночкой. Всех люблю, целую, всем пока.